Перед началом данного видеоролика хочу вам порекомендовать канал Догадог. Этот чувак снимает реально крутые анимации со ситуациями, которые, наверное, вам знакомы. Типа про, ну, типа про наступление снега, урок информатики, либо походом в магазин. Поэтому переходите на его канал, смотрите его ролики и подписывайтесь. Всем привет, с вами снова я, Лего Макс. Сегодня мы с вами продолжим играть в Бравл Старс. Как вы помните, я буквально, вчера выложил ролик, как открываю боксы, и мне, как вы помните, ничего не выпало. Но я себе так при помощи этого накопил немного монеток, а также еще гемов, вот. Ну и, как видите, я себе набил 2243 трофея. И я вот хочу... Ой, это вот, я вот хочу очень сильно накопить на мега ящик. Ну, то есть, понимаете, да, я не буду это видео делать где-то двухчасовое, ну да. Но я хочу на него накопить. И, возможно, сделаю отдельный ролик. Я сыграю пару каток и открою этот мега ящик. Ну, как видите, я коплю себе тоже ящики. Ну, просто я хочу себе гемов, вот. Как вы знаете, я не туда, извините, путаюсь. Иногда тут, вот, видите, мега ящик можно такой купить за 60 гемов за место 80. Ну, и поэтому я хочу копить. Потому что свои предыдущие 30 гемов я потратил на скин для Барли. Я шикарен, блин. Ну да, скин там стоил 30 алмазов, и я его купил. Ну сейчас не об этом, будем начинать играть. Я буду играть за Динамайка, потому что если у вас персонаж типа 17 ранга или 18, то у вас будет отниматься большое количество кубков. Прямо очень большое, типа где-то 5 или 4. Ну или где-то 3. А вот если вы за такого персонажа, у которого первый ранг или... или седьмой, то у вас будут отниматься по одному кубку. Но если это у вас седьмого ранга персонаж, а если он у вас первого, то у вас вообще не будет ничего отниматься. Правда, я уже на Динамайка, когда качал седьмого ранга и 96 кубков. Ну, это не важно. Будем уже начинать, будем играть в события, столкновения непарные. Давайте будем начинать. Ух, если что, я не буду бомбить, как это иногда... Так, опа, так, в моей команде Миша, шестонитый. Так. Эй, ты чё? Миша, помоги! Ясно, Миша себе нашел отдельную коробку. Отлично, так, у меня уже есть один... Ну, гем, или как это называется, я не знаю. Опа, там у нас тоже есть гем. Блин, черт. В общем, так, да, успеем. Хотя нет, мы до него не успеем. У нас дым окружит. Опа, на моего... Тихо. Браво. Миша меня бросил. Миша, ты хороший. Миша, беги. Миша. Так. Ну, да, я как будто, блин, по сети с кем-то играю, со скайпом. Так, опа, там еще одна команда. Миша, да ты... А, господи. Вот тоже бесит. Такие напарники. Ставьте лайки. Мне кажется, тебя зажали. Ты создашь нам все, ок. Да. Окей. Так, мы какая там команда по счету? Четвертая. Да блин. Окей, у нас не отняли ничего. Это хорошо. Так. Ну что ж, давайте, в принципе, из-за Динамайка, просто из-за него я не научился еще играть. Так, ну давайте вот попробуем. Пожалуй. Так. Давайте попробуем. Ой, так, нет, это не Нита, а Кольт. Я же понимаю, я, наверное, много кубков потеряю, потому что я сам вам сказал это перед началом видео, но думаю, то, что у меня за него получится, потому что еще попробуйте догадаться, почему он у меня 17 ранга, я за него его
Столкновение только играл, да. Я научился. Просто заметил, как Кольт быстро разрушает эти коробки. Так, окей, у нас даже не лагает, так как, помните, прошло в моем видео, оно, блин, но у меня капец как сильно лагало, и со мной в команде Шелли. Окейушки. Так. Где у нас... Это не я, видимо, я случайно тыкал, но автоатака такая есть, просто тыкаешь и все. Тебя самой так съедет. Так, моего напарника уже кто-то убил. Не-н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 е, извините, я ошибся дверью, я ошибся дверью. Черт, вот. Блин, ну что такое, блин, ребят, со мной что-то не так, я, кажется, это, стал глупым, ну, давайте, пожалуй, сыграем, давайте, в принципе, в Pro Bowl и возьмем Пока. Да. Потому что, ну, думаю, хилка в Pro Bowl или, ну, то есть в футболе будет не лишнее. И... Да вы издеваетесь. Вы издеваетесь. Окей. Попробуем, блин, с лабагами поиграть. Потому что я даже с ними иногда умудрялся выигрывать. Так, меня уже убили. Обожаю эту игру за лаги. Нет. Так, блин, у красных голову моего Коль... А, Кольт уже потратил элиту. Так, там Роза и Прима. Два силача у нас тут. Так. Так, надо мяч отобрать. Эль Прима, вы, уважаемые, отдайте мяч, отлично. Быстрее, быстрее, давай. Да ты дур. Черт. Черт. А! Да, да. Ай, вот за это я и не люблю, блин, лаги. Видимо, это, блин, создатели игры специально сделали, чтобы у нас лагало. Да, блин. Ну да. Олег Хулапо. Что? Кажется, у нас не выйдет выиграть с этими лагами. Вот что это такое? Вот объясните, вот что это такое? Блин, вот мы... Ай. Почему у меня только плохой интернет? Ай, это факт. Нам надо быстро забить, а то они, блин, а то у них один гол уже у красных, и если... Игра, матч закончится, то все, они выиграют, потому что это один, то, что у них хоть один гол, но они, блин, выиграют, потому что у них единственный, у кого есть гол. Это куда? Да я тебя вылечу, ну же. Да, ай. Мяч, 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 мяч. Нет. Да как, ай. Меня бесит такое. Так, да, ничего, чё, давайте, да блин, ай. Почему у меня, блин, почему это, когда я меняю события или персонажа, у меня, блин, сразу интернет пропадает? Создатели Brawl Stars, если вы это смотрите, я до вас доберусь. И вам это на лбу вырежу, блин, на гвоздиком, то что уберите лаги в этой игре. Нет, 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 не давайте, я его... Все, мы проиграли. Спасибо, интернет. Ай, господи. Минус 5 кубков, о, господи Иисусе. Мне кажется, мы так, блин, только потратим кубки. Давайте, в принципе, откроем ящики. Но мне, как всегда, ничего не выпадает. Ой, блин, плохо, все у нас плохо. Так, ну, блин, не знаю, может, блин, за Шелли попробовать сыграть. Мы вообще выиграем тут когда-нибудь, а то, блин, мы уже 3 раза вроде как проиграли. А теперь у нас, блин, значит, не лагает. Так. Ай, больно в курсе. Быстро-быстро мы идем, быстро-быстро мы идем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, это больно. Песню я тут уже начал петь. Со мной что-то не так, кукушка поехала. Ты чё тут делаешь? Чё ты тут делаешь? Ай, блин. Чё Роза сюда пришла? Вот
А, она еще вот так сидит. Хорошо. Сюда. Ты где? Сюда. Че? О, Натя! Опа! Натя, все, готово. Не приходи сюда больше. Интересно, я игроки думают, что я новичок в игре. Не, ну просто как бы дается в начале. Бежи. Не бейте меня. Дяденька, не бейте меня. Я, блин, просто тут гуляю. На. Так, нет, нет. Вы видели? Брок, блин, зашел в ворота с мячом. Как на гол не забился? Хотя это даже к лучшему. Ты чё на... Так, тихо. Первый гол есть. Теперь можно просто продержаться. Ну или еще один забить, я не знаю. Нате! Так. Давай. Жесть, офигел, что ли, Нате. Вы куд. Вы зачем им пинаете? Так, давай. Мяч. Алло. Так, ребят, у нас, кажется, все плохо. Время, иди быстрей. Блин, мы сейчас можем проиграть. Хотя нет, мы их пока не подпускаем к воротам. Отлично. Так. Опа. Нет, давай. Вот так. Улетай. Да, фух. Отличненько. Ох, все, в этот раз смогли. Сколько нам кубков дадут? Нам дали... Шили, у меня уже 7 ранга. Отлично, даже звездный жетон получили. 8 кубков. Ну что ж, так. Давайте... Так, давайте попробуем... Опять столкновение сыграть. Ну я возьму... Опять Шейли, потому что... Опа. Смотрите. Вам вот ее хвостик ничего не напоминает. Возьмите бутылку, переверните. И ну, включите мое видео, остановите и сравните, похоже ли. Ну, просто так вам говорю. Если захотите проверить. А теперь начинаем. Так, видео-то у нас уже долго, но, в принципе, думаю, вам нравится смотреть долгие видео. Опа, у меня Брок в команде. Так, продолжаем. Так, у нас уже два. Так, опа, там Джесси у нас. Так, давайте. Опа, Дед Мороз, тут Дед Мороз, ТНТшник. Че? Что со мной не так, объясните. Так, ой-ой-ой, ты чё? Спасибо за помощь. Это не, это уже не, кажется, они на нас цель положили. Кажется, мне опять начало лагать. Дяденьки! Я придумал! Не вышло, мы не успели, прикиньте, блин, мы не успели. Ты куда идешь к ним? Блин, мы не успели свой. Ты подбирай, ты. Он не подбирает. Окей. Там ящик. Смотрите, кто там. Чувак. Ты... Окей. Кстати, я, знаете, видел мем, где там показано... Да, вы мешаете. Я тут с зрителями разговариваю, а вы мне мешаете некультурно. В общем, видел такой мем, где показаны значки, то, что либо это туман тебя убил, либо это большой робот, ну, в каком-то там мы режиме ездим. Вот, в Brawl Stars'е. У него, чема, наверное, если, конечно, создатель Brawl Stars это увидит, то они, наверное, сделают эти значки, чтобы было показано то, что это вот это именно тебя убило, а не игрок. Так, плохая идея. Мы третьи. Что ж, четвертое место. Ой, то есть 4 кубка. Так, ну что ж, давайте сыграем, пожалуй, еще один раз, и на этом будем заканчивать.
Так, 10 из 10. Кстати, знаете, у меня за розу почему-то получалось в одиночном столкновении играть. Ну, то есть я как бы за розу там выигрывал и даже доходил до первого места-то. То есть я... Так, смотрите в угол. Там Мортис. Ой-ой-ой, он живой. Да блин! А, это враг, окейшки. Мортис, я это... Я вовремя улетел, или не туда я улетел. Так, Тара, или кто-то там... Да, это Тара. Так, чё это? Так, в моей команде полка. Пищиком, в принципе, будет. Так, всё у нас. Всё уже есть. Ты дурак! Ребят, вы понимаете, это было рискованно. Он пожертвовал жизнью. Ай, опять. Не плака, блин. Как будто хулиганы обижают мальчика. Эй. Сюда. Давай. Так, опа, за мной вы. За мной не... Столкновение с ними? Вы серьезно, что ли? Типа сидим, покакаем. Так, отлично. На, ульта. Так, да блин, ты... Нет, я не хочу умирать так рано. На, давай. Так, да блин, Пока, ты что мне не помогаешь? Пока, ты что мне не помогаешь? Надя. Так, ты что, Мортис, офигел меня бить лопатой по башке? Блин, ребят, сейчас все сужится, и нам станет худо тут находиться четвером. А, да. Ну, ай, блин. Ладно, второе место это тоже неплохо, в принципе. Ведь мы получаем за него 7 кубков. Ладно, ребят. В общем, спасибо, что досмотрели этот видеоролик. Для вас играл и комментировал Лего Макс. Всем пока.